Hashem imno leolam vaher, Hashem melech, Hashem malach, Hashem imno leolam vaher, Hashem melech, Hashem malach, Hashem imno leolam vaher, Hashem melech, Hashem malach, Hashem.
возрадуйся и воздай Господу всю хвалу. Возрадуйся и воздай Господу всю хвалу. Возрадуйся и воздай. Во всем Твоя сила, Господь. Во всем, Господь, Твоя сила. Иисус, благодарим Тебя за все, Господь. Благодарим Тебя за этот день, за то, что мы собрались вместе, за церковь. Благодарим Тебя за то, что мы можем петь Тебе и прославлять Тебя сейчас, именно в это утро, Господь. Спасибо Тебе за эту секунду, за эту минуту, Господь. Спасибо Тебе за это время, Господь, пребывание здесь. Пусть каждое сердце ощутит Твое присутствие, Отец, прошу Тебя. Каждое сердце, Господь, зажигай наши сердца, наполняй нас, Господь. Боже, мы хотим быть в Твоем присутствии, мы хотим быть в Твоем присутствии, в общении с Тобой. Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Иисус, зажги мое сердце, я жажду Тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Иисус, зажги мое сердце, я жажду Тебя. Жажду Тебя. Иисус, зажги мое сердце, сияй через меня. Я падаю. Мое сердце.
зажги мое сердце. Иисус, зажги мое сердце. Иисус, ты знаешь меня. Иисус, ты знаешь меня. Ты не оставишь меня. Иисус, зажги мое сердце. Я жажду тебя. Я жажду тебя. Иисус, зажги мое сердце. Сияй через меня. Через радости, которая в Духе Святом. Радость, Господи, сила моя, радость, Господи, сила моя, радость, Господи, сила моя, радость, Господи, сила моя. Для нас просто бесценный подарок, Господь. Ты подарил нам жизнь. Жизнь на небесах. Спасибо Тебе. Поэтому мы всегда будем радоваться в Твоем присутствии, Господь.
Спасибо Тебе, аллилуйя, Отец. Поклоняемся, Господь, Тебе. Слава Тебе. Мы не умрем, но будем вечно славить Тебя. Не умру я, но буду жить истиной Твоей. В тесноте я воззвал, Он услышал меня. Округ жили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной Твоей. В тесноте я воззвал, Он услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита. Все жизнь моя, Отец Божий взял мой грех, Он дал распятие.
один достоин принять всю славу и честь. Ты достоин поклонения и хвалы. Ты достоин. Ты достоин, чтобы пред Тобой преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Ты достоин, чтобы всякий язык исповедовал Тебя Господом. Ибо спасение только в Тебе. Святый, святый. Аллилуйя. Аллилуйя. Ла-ла-ла-ла.
интеллекте, Господь. На что я уповаю больше всего? Что для меня самое такое важное? И вот когда человек умирает, мы уже ничего не можем сделать. Но там начинает работать, знаете что? Милость Божья. Мы не знаем, где она заканчивается, где она начинается. Это правда. И когда апостол пишет, говорит, я как через мутное стекло только могу догадываться что-то. Но я не знаю реальности, не знаю за этим порогом что. И все, что написано в Писании, это приблизительно какие-то образы, чтобы нам легче было понять. Что я здесь хочу всего? Вот что вы хотите для себя? Вот я, например, хочу милости. Я встаю рано утром и говорю, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня сохранил, и у меня есть возможность начать жить этот день. Я начинаю засыпать, думаю, Господи, спасибо, что вот я прожил этот день, и вот есть ночь, я же хочу ее пережить. Я хочу проснуться, и я уповаю на милость Божью. Исаия 33 глава, 2 стих, мы можем прочитать такую молитву. «О вечный, помилуй нас, мы надеемся на Тебя». Будь нашей силой каждое утро, спасением нашим во время беды. Иногда у нас столько много молитв, знаете, вот мы, вот опять же вернемся к той теме, которую мы на прошлом служении рассматривали. Милость Божья заключается в том, что Он отдал Сына Своего для того, чтобы мы сегодня имели эту возможность приходить к Творцу, приходить напрямую, без посредников, когда занавеска разорвана и у нас... Есть перед нашими глазами Отец, которому мы можем молиться и приносить наши молитвы. И сейчас мы будем молиться, потому что очень много людей, у меня даже список есть маленький, будем, если кому-то есть нужда, вы выйдете, будем молиться. И прочитаем еще одно интересное место. Когда слушаешь проповедников, ты иногда понимаешь какую-то схему, понимаешь, что все работает по схеме. Ну какая схема? Я вам раскрою маленький секрет. Сначала у вас должна подняться вера. Для этого мы должны рассказать о чем? Например, если мы будем молиться о исцелении рассказать. Как это важно, как это правильно. Ну вот вам одно место из Писания. Луки 18 глава с 35 стиха. Когда Иисус подходил к Иерихону, у дороги сидел один слепой и просил милостыню. То есть Иисус переходил с одной местности в другую, Он, видно, шел к этому месту, где уже собрались люди, ждали Его, чтобы Он проповедовал, говорил о каких-то истинах, о каких-то серьезностях важных. И вот Он шел мимо, и читаем дальше. Услышав, что мимо Него проходит много людей, Он поинтересовался, в чем дело. Это говорится о человеке, который сидел там. И сказали Ему, Иисус из Назарета идет. И он закричал, то есть там был человек, очень немощный, который болел. И мимо него шла вот эта толпа, шел Иисус, Иисуса окружало много людей, сопровождало. И они сказали ему, это Иисус из Назарета идет. И он сказал, Иисус, сын Давида, смилуйся надо мной. И он не просто это говорил. Он кричал так сильно, потому что толпа, там задавали вопросы, кто-то с кем-то разговаривал. И он так кричал громогласно, что шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Вот вам я скажу пример самой правильной молитвы. Когда тебе плохо, или когда ты хочешь исцеления, когда ты хочешь изменения в своей жизни, да тебе без разницы, кто тебя окружает. Тебе без разницы, что о тебе подумают. Если бы, наверное, тебе сказали, вот иди сразу же омойся в Припяти, а это зимою, и ты будешь исцелен. Скажите, пошли бы вы? Начали бы вы слушать людей, которые говорили, ой, там ледяная вода, ой, ты замерзнешь, да что это сумасшедший, кто-то сказал. Если бы вы знали, что это сказал вам Иисус, вы бы, наверное, пошли. Я бы пошел. И плевать мне на мнение людей. И они заставляли его молчать. Но Иисус остановился и велел привести к нему этого человека. Когда тот подошел, Иисус спросил его, самые главные слова, чего ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Вот давайте начнем с того, что мы уже говорили об этом, почему наши молитвы должны преобразиться. Чего ты хочешь от этой жизни? Чего ты хочешь сегодня и сейчас? Какая самая актуальная твоя нужда? Что происходит в тебе внутри? Иисусу все важно. Ты хочешь исцеления?
Окей, скажи, вырази это. Слепой сказал: «Господин, сделай так, чтобы я прозрел». Иисус немедля, ничего не говоря, никаких слов, сказал: «Прозри, твоя вера исцелила тебя». В этот же миг к нему вернулось зрение, и он пошел за ним, прославляя Бога, и весь народ увидел, стал превозносить Бога. Вот вам обыкновенная формула, обыкновенное взаимоотношение, которое Бог предлагает человеку. Вырази то, что ты хочешь, вырази то, что тебя мучает, вырази свои, покажи свои болезни, свои болячки перед Ним и скажи: «Господи, вот я хочу избавиться от этого». Немножко дальше пойду. Мы иногда слишком фанатичны и слишком религиозны. И объясню почему. Потому что в жизни мы делаем ошибки, мы люди. Например, мы можем делать ошибки в питании. Иногда мы так боимся за свое здоровье, мы едим очень много таблеток. Притом вот это слово «едим», наверное, оно уже больше. Мы их не едим, мы потребляем их. И скажите, это хорошо или нет? Это плохо. Иногда мы относимся отвратительно к своему здоровью. Иногда мы позволяем себе какие-то вещи, которые не надо позволять. Например, если вы видите, погода-то не очень, ну почему бы не одеть куртку? Почему бы, чтобы наш разум, он как-то работал вместе с нами, а не против нас? А что будет? Иногда получается, что люди выходят сюда молиться с каждым разом, и ничего не меняется. А спрашиваешь человека: ну ты что-то сделал? Помните очень хорошая история, когда женщина, которая была застигнута в прелюбодеянии, все собрались и начали там, хотели побить камнями, вот, и проходил Иисус, увидел это все, укорил их всех, и потом говорил женщине, и что он ей сказал? Он сказал: иди и впредь не греши, иди, больше не делай этого. И хотелось бы, чтобы, когда мы молимся, чтобы мы тоже, Иисус исцеляет, Иисус много чего нам дает, но мы должны ценить это исцеление. Мы должны понимать, откуда это пришло, что мы сделали не так. Иногда, да, это приходит как испытание, но зачастую оно приходит из-за того, что мы что-то делаем неправильно, наверное, да? И вот здесь срабатывает такое слово «милость». Мы хотим милости к себе. Да, мы ошиблись, да, мы что-то попустили не так. Может быть, мы, элементарно не помыли перед едой руки. А вы знаете, что в Писании написано за руки? Кто знает? Что в Писании написано, что перед едой надо мыть руки. Это не я говорю, это говорит Священное Писание. Садитесь кушать, помойте руки. И у вас не будет минимум дизентерии. Поэтому сейчас мы будем молиться, мы будем уповать на милость Божью. И самое главное, чтобы мы правильно относились к нашей жизни, чтобы мы относились с любовью за тех людей, которые мы будем молиться, для того, чтобы не было вот этой укоризны в наших устах, в нашем разуме. Чтобы мы понимали, что это нужно, необходимо, что люди стенают и хотят освобождения от болезни. И у нас вот есть семья Деркач, вы знаете, они болеют сейчас, практически вся семья на карантин посажена, ковид у них. Украинец Ирина тоже плохо себя чувствует, вот, Юматовой Иры нету. Но я думаю, что еще много, о которых мы не знаем. Вот, и если у вас есть сейчас желание принести свои молитвы персонально, давайте мы прямо сейчас сделаем исключение, не на потом, а сейчас помолимся. Давайте встанем на наши ноги. Есть люди, за которых надо помолиться? Например, честно я вам скажу, что когда у меня нога заболела, я помазался Вольтареном, помазал. И это нормально. Если прочитаете Священное Писание, то вы много чего интересного найдете там. Как можно правильно управлять своим телом. И как-то мне одна проповедь попала, один проповедник, он там говорил: вот, мы так живем хорошо, вот нам Господь дал автомобиль, имея наше тело, Он нам заправляет топливом. Но, дорогие мои, чтобы управлять автомобилем, что надо? Первое – навыки. Второе – надо знать правила движения. А как же, потому что натворите много-много дел нехороших. Когда меня учили, а я пошел учиться, скажу вам честно, в лет 40, наверное, я никогда не управлял автомобилем.
Мой учитель сразу же сказал, вы все потенциальные убийцы. Это правда, потому что автомобиль – это, извините, оружие. Если ты не будешь правильно управлять, ты собьешь кого-то и лишишь кого-то жизни. И он говорит, это большая ответственность. Так и здесь. Бог нам дал это тело, мы должны правильно к нему относиться. И все скажут «Аминь». Что-то вы не очень это. Аминь. Ну. Нас не так много, поэтому мы можем сегодня раскрепощенно себя чувствовать. И, так что не стесняйтесь. Но сегодня у нас будет интересная тема. Мы эту тему разобьем на три проповеди, потом еще будет. Если помните, на Новый год нас поздравлял человек с Украины. Вот. И он задал три ключевых вопроса. Откуда мы пришли, куда мы идем и зачем мы туда идем. И мы сегодня затронем одну из тем, откуда мы пришли. Может, кто-нибудь знает, был такой художник Поль Гоген. Кто знает? Я очень люблю картины смотреть. И вот, например, когда я был в Германии, я сразу же пошел, я был в Нюрнберге, и там Дюрер такой был художник, потрясающий художник. Такие картины, особенно его графические работы, они до такой степени пронизаны каким-то таким вот естеством. Ну, мне очень нравится. И был такой Поль Гоген. И когда-то на Таити он написал картину, это одна из самых сильных его картин, самая мощная. Вот, называется она «Откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем». Она находится в Музее изящных искусств США в Бостоне, Массачусетс. И если вы рассматриваете эту картину, ее надо читать справа налево, а все картины читаются. Все картины читаются. И мы смотрим справа налево, там рождается ребенок, потом зрелость, ну и заканчивается, видите, там уже бабушка, старость и все такое, символизирует смерть. Удивительно, что когда он написал эту картину, сразу же после этого с ним происходят печальные события, он решил покончить жизнь самоубийством. Он принял большое количество яда, цалистого, калия, но до такой степени большое количество принял, что организм просто отторг это все и... Его очень хорошо, как это называл, пополоскало, все это вышло из него, он остался жить. И вот, наверное, нету ни одного человека на свете, кто не задавался бы этими вопросами. Кто я такой есть? Вообще, откуда я пришел? Что за существо я такое? Что за тварь я такая? Притом тварь, это библейский очень образ, потому что я творение. И когда атеист там говорит, он говорит, я не тварь. Я сам по себе. И когда вот опять же смотришь на вот эти атеистическое мировоззрение, они все пытаются объяснить. И где-то какая-то логика есть. Но посмотрите, давайте мы рассмотрим, начнем с того, что нас отличает от всех существ на Земле. Давайте вместе подумаем. Что нас отличает? Интеллект, да. Но интеллект... Опять же, что мы подразумеваем под интеллектом? Это способность думать, творить, либо делать какие-то цепочки вот такие, ну, умственные. Либо есть еще что-то, которое вот самое-самое глубинное, что нас отличает? Свобода выбора очень хорошо. Понимание своего «я». Ну, можно сказать, эго, только эго в положительном. Только у нас он есть, правда? Ни одного животного, ни одного существа на свете нету. Да, они могут делать цепочки. Недавно мне дочка скинула, говорит, ты понимаешь, вот собака, она отличается от тех животных, что она понимает жесты. Ни одно животное не понимает жесты. А она понимает. То есть я вот, например, показываю собаке, иди на место, и показываю, куда она туда идет. А у человека, у него есть такое какое-то вот... И нам атеисты говорят, о, это эволюционно случилось. Я так думаю, как это могло произойти? Обезьяна ест банан, и вдруг на нее падает кокос. И в голове какое-то то ли сотрясение, то ли еще там должно произойти. Либо что должно зародиться, притом одни обезьяны остались обезьянами, а вторые вдруг в человека превратились. Что должно... И самое интересное, когда задаешь вопросы,
ответа не следует. Они просто говорят, так может быть, такая вот гипотеза. Но вот этот вот дух, который в нас есть, объяснить никто не может. Невозможно объяснить. Сейчас усиленно создают искусственный интеллект. И моя дочка, кстати, частично работает с этим. Я говорю, дочка, страшно становится. Это ж он за тебя думать начнет, он начинает там какие-то шаги делать. А потом так вот решит, говорит, слушай, с человеком столько много проблем. А не пора ли с человечеством заканчивать уже? И мне Ева говорит, папа, успокойся. Это всего лишь набор инструментов, которые берется, шаги элементарно забиваются. И искусственный интеллект – это всего лишь огромный-огромный компьютер, который очень быстро считает. И в котором просчитано все. Но человек так и останется человеком, и вот это свойство никогда не перейдет, ни машине никому не перейдет. А мы же такие, знаете, мнительные, это апокалипсис, это машины, это, еще фильмов насмотримся хорошие. И у нас есть душа. Нету ни в одном животном, ни в одном творении нет такой души, как у нас. И как это можно объяснить эволюцией? Вы же, когда закрываете глаза, у вас же как будто вся вселенная, правда? У вас не бывает такое, что вы вот как смотрите все, как это все это вмещается? Я как единственный, неповторимый, я как, можно даже сказать, я как Бог, в правильном понимании слова. В Писании написано, что вы как боги, но это не говорит о том, что вы творец. Но у вас есть такая частица, которая неповторима, которая дана только от Бога. И никто объяснить это не может. Говорят, это эволюция. Кто-то сказал, инопланетяне, там, когда это все развеялось, вот эта теория Дарвина, она рассыпалась, то сразу же начали говорить, это, наверное, инопланетяне нашустрили что-то здесь. Генная инженерия и все остальное. И каким бы источником мы ни обратились бы, везде будет поверхностно, никто так и не скажет, откуда все это так произошло, кроме Священного Писания. И давайте углубимся и почитаем. Бытие, 1 глава, с 24 стиха. «И сказал Бог, да прирастет земля разные виды животных, скота, присмыкающихся, диких зверей, и стало так. Бог создал разные виды диких зверей и скота, и все виды присмыкающиеся, и видел, что это хорошо. Потом Бог создал, создадим человека, нам образ и наше подобие, пусть он царствует над рыбами морскими, небесными, над скотом, над всей землей, над всеми присмыкающими. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему, он сотворил его, мужчиной и женщиной, он сотворил их. Бог благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными, над всеми присмыкающимися. Затем Бог сказал, я даю вам все растения, семенами по всей земле и все деревья, дающие плод, семен внутри, и они будут вам в пропитание. Мы читаем момент сотворения. Так интересно, вот это сотворение, оно рядышком со всем земным, с тварями земными, с растениями, со всем. Но только человеку была дана власть над ним. Притом такая власть, я бы сказал, неограниченная. Вы заметили? Что хочешь делать? Это твоя земля, ты владеешь ею. И потом помните, что человек начал делать? Он начал давать имена животным. Он ходил каждому творению, и мы не ощутим это на русском языке, мы не ощутим ни на белорусском языке, это можно только ощутить на иврите, потому что, когда говоришь слон, на иврите это означает большое животное с длинным носом, оно так и обозначается. То есть, когда он давал название зверям, он, наверное, смотрел о качествах или как они выглядят. То есть, каждому творению Адам ходил, и вот это такое, вот это. А вот эта странная птица, пусть она и будет такой странной, я так и назову ее, странная птица. Ну и здесь как бы упускается такой момент, что же сделало человека особенным? Вот что в нас такое, вот вроде власть нам дана, все готово, мы сотворены, в принципе, так же, как и животные, правда? В один. И наша плоть, она по строению одинаково. Вы знаете, что какое животное подходит нам для донорства? Кто знает? Самое близкое. Не обезьяна, а свинья. Для некоторых шок, да? Наверное, поэтому свинину нельзя есть, в Писании написано. Вот.
И некоторые органы, оказывается, можно пересаживать. А инсулин, который берется из свиньи, подходит человеку. Я знаю, что вот мой брат двоюродный в Минске, он был болен, у него был сахарный диабет. И инсулин, который он принимал, это был инсулин, ну, из свиньи был сделан. Вот. Вот такие вот дела. Мы созданы вот буквально с таких же каких-то элементов, что и все живое вокруг. И когда, например, кто-то умирает из животных, мы умираем так же, и наше тело закапывают. И мы также созданы из глины, из грязи, все то же самое. Но у нас есть власть над всем. Давайте почитать, от чего это, каким, вот как это технически произошло. И мы прочитаем Бытие, 2 глава, 7, ну и 8 стих тоже. «Тогда Господь Бог создал человека из земного праха, как и все остальное на земле, и вдул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом. Затем Господь посадил сад на востоке в Эдеме и поселил там человека, которого он создал». Удивительные вещи, да? То есть Бог вдохнул, ну, можно так сказать, себя. Вдумайтесь. Это не просто какое-то дыхание, там, вот тебе ветерок. Нет. Частицу себя он вдохнул в человека. И вот это самое важное. Наша душа, наш дух, он ожил. Это не просто начало биться сердце, там селезенка, почки, все начало рваться, оно уже работало. Но здесь произошла жизнь, которая намного выше. В нас появился наш «я», подобен такому же, как и у Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? И здесь у нас появились такие качества, как творить, такие появились интересные качества, как любить, такие качества, например, оценивать что-то. Это все качества присущи только Богу. И если бы написано, что мы созданы по образу подобию Ему, это не говорит о руках и ногах, и не говорит о каких-то там, знаете, иногда люди хватаются за это, особенно недуховные, и начинают рисовать картины, фрески, и там дедушка сидит такой на троне, седой, и вот это Бог. Какой дедушка? Вы что? Написано в Писании, что никто его не видел, а если бы он пришел, то плоть, она не может это даже выдержать, этого света, этой силы, которая составляет Бог. Но это говорит о том, что у нас есть частица Бога внутри, очень сильная, очень мощная. И человек был сотворен каким? Совершенным. И человека он, мужчину, заметьте, мужчину, он поселил в рай. Знаете, почему я упускаю женщину? Это очень маленький такой момент, но вы можете потом со мной поспорить или там сказать: Алексей, ты, может быть, не прав. Мужчина был создан из праха, правильно? Но там не написано, что он в Эдеме был создан. Он был создан, как все живое вокруг. Ну, давайте так сказать, в прериях он был создан. А потом Бог его поселил в Эдем, в рай. А потом что в раю произошло? Бог посмотрел на него и сказал: ну, надо ему сделать спутницу. Из ребра сделал жену. И где жена была, Ева, создана? В раю. Вот поэтому, дорогие милые, вы такие вот нежные, красивые, такие вот вам дом. А мужчина, он такой: надо лес какой, топор куда-нибудь бежать. Ну так же оно есть. Я, например, когда мне плохо, я самое первое, я кидаюсь, мне надо взять что-нибудь, топор, спички там или еще что-то, я сразу же уезжаю в лес. И я там чувствую себя так хорошо. Вот, наверное, это вот сказывается, вот это творение, что мы созданы в разных, ну, местах. И вот мы, созданы Богом, были совершенными. Но что же произошло потом? А потом, вы знаете, произошло грехопадение. Притом, когда мы говорим грехопадение, мы иногда, давайте вот отойдем от мистики, вот этих религиозных таких страшных вещей, там грех. Давайте начнем с того, что Бог сделал все совершенным, и дерево было одно совершенное, хорошее. Но Бог сказал: не трогай его, нельзя. Не надо кушать его, потому что нельзя, вот, ну, потому что умрешь, потому что не готов.
Это единственное было повеление, единственный закон, единственная заповедь, которая была у человека. Не трогать это дерево. Я иногда рассуждаю, мог ли Бог специально посадить такое дерево, которое было ядовитым, которое было бы непригодным и нехорошим в Эдеме. Но согласитесь, это как-то немножко, ну как какой-то, как вызов какой-то, как соблазн такой. И у меня такое мнение, что Адам с Евой когда-то бы съели из этого дерева бы, но когда Бог сказал, вы готовы. Вот сегодня вы готовы, поэтому, пожалуйста, вот вам этот плод, кушайте. Но человек не послушался, он побежал вперед, он сделал то, что нельзя было делать, и произошел разрыв. И какой разрыв произошел? У нас произошла вражда с нашей плотью. То есть наш дух, который Божий, и есть плоть, которая в нас. И по этой плоти я посмотрел, плод хороший, красивый, надкусило, о, вроде ничего не происходит, да еще и вкусный. Вот мы же так оцениваем нашим существом, так или нет? А что здесь такого? Ну, на заводе я работаю. Ну, меня же обманывают, там же государство постоянно меня же, ну, здесь украло. Здесь. Почему мне не украсть эту гайку? Я украл гайку, и нормально, у меня дома 5 гаек лежит, и на халяву. Ну, ничего ж не произошло. Ну, почему бы мне, вот красивая женщина не идет, ну, а что меня останавливает? Я ж не умру, все хорошо будет. Вот то же самое, это ничего, это то же самое, что было с Адамом, с Евой. Они попробовали, и произошло разъединение, произошло такой разрыв. И мы начали зависеть от плоти. А плоть чего наследует? Смерть. Как и все животное здесь на земле, оно наследует смерть, оно идет куда? В могилу. А Дух Божий, Он хочет туда, на высоту. И вот этот разрыв, когда произошел, мы потеряли все. Мы потеряли власть над зверями. Мы потеряли власть даже над своей жизнью. И тогда пришел дьявол, который сказал, я здесь властелин. Теперь я, потому что вы послушали не Бога, а послушали меня. Помните, в Эдеме змей подошел? Вы послушали меня. А так как послушали меня, послушали свою плоть, теперь здесь на земле я царь и Бог. И у человека, человек с этого момента мучается. И мучаемся мы. Опять же, давайте религию немножко отодвинем назад, потому что, когда мы начнем сейчас цитаты кидать, мы ничего не поймем. Но давайте оценим свою жизнь более правильно. Разве нету в нашем теле море желаний? И не совсем хороших. Ну, честно так. Булочки на ночь хочется? А кусочек мяса какой-нибудь хороший? Ну, я как мужчина, так стейка, а сладенького? Хочется. Еще как? Не хочется? Ну, значит, что-то есть другое у вас. Что-то другое. Но на самом деле у нас есть изъян, наша плоть все хорошо. Иду, вижу у кого-то хороший дом. Думаю, так невзначай, ох, мне бы такой дом. Но на самом деле, надо ли нам и такой большой дом? Если бы разумом подумали, ох, а там убирать надо с утра до вечера, а работать, а как, кварплата какая? У меня 200 квадратов, дом достался от родителей. И на второй этаж недавно у меня была проверка. Проверка, пришли там из ГОРАНО, приехали со школы, пришли, и так экстренно все. На первом этаже, там, где я нахожусь, там все чистенько, хорошо. Но на второй этаж я не поднимался. И вот они пришли и решили заглянуть на второй этаж. Как я себя неуютно себя чувствовал. Какой там ужас, там они с собакой играли, порвали какую-то подушку, везде эти перья, поролон. Сказали за час, даже если они за полдня бы им сказали, что приедут, я ни в жизнь бы не успел там убраться. И разум бы сразу же говорил, зачем мне такой дом, так много убираться, столько всего, а кварплаты какие я плачу. Но наше эго, оно хочет, и в каждом есть, наша плоть, она неутолима. Утолить ее невозможно. Будешь получать $1000, через полгода тебе станет мало их. Будешь получать 10 тысяч, купишь себе хорошую машину, но через время скажешь, мало, я хочу больше. Ну почему не на Мерседесе, я хочу на Ламборгини ездить.
какой Ламборгини, я хочу какой-нибудь Брабус там последние модели. Ну, нам всегда будет всего мало. И это вот эта вражда с плотью. Но в нас есть Дух Божий, который говорит, тебе это не надо. Есть что-то выше. И постоянная такая вражда. Посмотрите, к римлянам прочитаем. Написано в 7 главе, апостол пишет, 22 стиха. Внутренне я радуюсь Божьему закону. То есть я радуюсь то, что Божье. Я радуюсь, как надо правильно делать, как надо правильно поступать, стремиться там, к благословению, благословляя других. Я... Столько всего интересного в Божьем законе написано, правда? Мы когда Библию читаем, мы же хотим так жить. Так или нет? Ну хочется так жить. Но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума. И неправда говорят, что разума. Потому что разум – это тот, который должен зависеть от чего? От духа. Но иногда наш разум зависит от плоти. И тогда начинается, плоть мне говорит, я хочу эту машину. Я понимаю, как бы я ни трудился, как бы я не получается у меня. И тогда, если без Божьего духа, а почему мне пойти не украсть это? Почему бы мне это просто не взять на легкую? Ну так же или нет? И тогда плоть, она завладевает разумом. Но наш разум должен завладеваться Божьим Духом, который внутри нас. И этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. И посмотрите, он пишет, несчастный я человек, кто бы избавил меня от этого тела смерти? И не зря говорит тело смерти о том, что говорим, вот это тело, оно стремится куда? В землю оно стремится. Оно стремится к плотскому. Оно стремится, и когда мы говорим, иногда, знаете, я вечером засыпаю, думаю, Господи, да коли уже это все будет? Уже бы, я хочу увидеть моего папу, маму. Я хочу, чтобы вот это все избавлено от этих, вот этой всей суеты, от всего-то. Я хочу избавиться от этого тела. Реально. Но я понимаю другое, что Бог же для чего-то меня здесь поставил, для чего-то что-то Он нам дает, некий план, и притом Он исходит из Духа. И здесь мне надо силы для того, чтобы противостоять прежде всего своему телу, так или нет? Тело нам говорит, полежи, тело говорит нам, отдохни, тело говорит нам, никаких нету перспектив впереди. Тело нам говорит, в каком государстве ты родился. Ты посмотри, как другие страны живут. И тело тебе говорит, снимайся отсюда, есть там, где тепло и хорошо. Тело постоянно нам говорит. И иногда оно даже кричит нам. Но когда Божий Дух, нечто другое. Иногда мы победителями выходим, а иногда мы и поверженные. Так или нет? Поверженные нашим телом. И здесь апостол говорит, кто меня избавит от этого? И когда мы говорим о том, что Бог нам дал, вы должны осознать, у нас сегодня есть победа реальная. Но в чем она заключается? В мистическом понимании Иисус на кресте пострадал, все нормально. Что нормально? А вот теперь мне расскажите, что нормально? Прощены грехи? Отлично, хорошо. Дальше что? Что с нашей жизнью? Как мы живем? Порой больно смотреть, люди ходят 10, 15, 20 лет в церкви, что-то поделить не могут, что-то не тащат, что-то на себя это одеяло, что-то там кто-то зацепил. Дорогие мои, что меняется в нашей жизни? Где мы победители? В чем мы победители? Если наше тело все равно обладает нами, значит, что-то мы недопоняли. Ну так или нет? Значит, что-то мы упустили. В Писании написано, что дьявол, как рыкающий лев, он ходит по этой земле, и не просто так, у него есть цель. Он ищет, кого поглотить. А как он поглотит? Какая вот у нас есть тропинки, к которым он может подойти? Да есть. Это и есть наша плоть. Есть, и у каждого она своя. Да, у кого-то не булочки, да, у кого-то может что-то другое, но у каждого есть какой-то изъян, через который дьявол может подойти. Так как же нам быть победителями? Вот большой вопрос. Как же нам жить сверхъестественной жизнью? Как? Каким образом? Потому что иногда крест мы воспринимаем как просто такой акт. Вот, сбылось, все у меня схвачено, все заплачено, но жизнь-то продолжается. К Римлянам 8 глава с 5 стиха.
Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа. Послушайте, у меня немножко другой перевод будет, но он не противоречит, а дополняет. А живущие по духу в том, чего желает дух. Посмотрите, оказывается, есть две жизни. Мы можем руководствоваться плотью, нашей природой, которая досталась нам от дорогого, любимого Адама с Евой. И эта плоть всегда чего-то хочет. И дух, который стремится к Богу, стремится к неким высшим материям, который не хочет оставаться и умирать с этой плотью. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти. Понимаете, о чем я говорю? Все понимают. А мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Мне один священник интересно сказал, что мы как магниты. Если вот, например, наш дух сильный магнит, и она привязана к Богу, то, естественно, когда вот это притяжение, которое здесь заканчивается, наш дух стремится туда. Но если наш дух, если наша вот эта душа, она уже притянута к этой плоти, то она идет в могилу вместе с этой плотью. И мне такая аннотация очень понравилась, такое вот сравнение. Что-то в этом есть. Греховный образ мысли враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу. Вы слышите, о чем говорится? Что наша плоть, оказывается, сама по себе угодить не может Богу. А что такое плоть? Вот, например, давайте рассмотрим, я хожу в церковь. И я делаю какие-то шаги, я перестаю грешить. И замечаю, что я стал не такой, как все остальные. И моя плоть, говорит, так ты ж почти ангел. Ты же лучше, чем остальной. Ты же уже, ну, в принципе, заслужил что-то. Вот почему я не зря начинаю с милости? Потому что плоть, она не хочет милости, она хочет заслуживаемости. Она хочет, чтобы ты был выше, чтобы ты был сильнее. Ты же сильный такой в Боге. Мы и приставочку всегда делаем для, как сказать, не для оправдания, а для того, чтобы, ну, как бы более красиво звучало. Я сильный в Боге. Я такой, я классный в Боге. Помните, как молитва священника одного и молитва мытаря? Один говорит, спасибо, что я не такой, а второй, Господи, да, ну, хоть как-нибудь меня услышь. Я понимаю, кто я есть. И мы должны понимать, что есть наша плоть. Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. То есть, смотрите, мы говорим о свободе. Господь освободил нас. И зачастую мы понимаем, что освободил нас, это что наши грехи все покрыты, будущее, настоящее, прошлое, делай, что хочешь. Такое есть мнение. Но на самом деле нет. Свобода, когда вы уже ходите под властью духа, а не под властью вашего тела, этой греховной природы, это есть свобода, настоящая, истинная. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво вследствие греха, а дух – это ваша жизнь. Для праведности. Если в вас живет дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, то воскресивший из мертвых Иисуса оживит духом своим, живший в вас и ваши смертные тела. Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Если вы живете так, как вам диктует, посмотрите, здесь очень хороший перевод, что диктует, здесь то диктует, что господствует, что говорит ваша греховная природа, вы погибнете. Если же вы духом умерщвляете ее действия, то будете жить. Вот два таких существования. Такое. Вот мы говорим о победе. Мы говорим сейчас о реальной победе в жизни. Вы получили не дух рабства, чтобы жить опять в страхе, а духа усыновления, в котором мы и общаемся к Богу. Абба, Отец. Очень интересное состояние, когда ты понимаешь, что ты сын великого Бога. И очень важно, что же меняется, когда мы приходим к Богу? Что нам дает вот эту возможность быть победителем? Вот кто мне скажет? Что особо? Две вещи, которые меняются. Первое, мы осознаем, что у нас есть Отец. А если у нас Отец,
то Он заботится и что-то нам дает. Дал нам какой-то дар. Скажите, какой дар нам был дан здесь на земле? Особо важный. Духа Святого. Духа Святого. О котором мечтали пророки. Мечтали многие-многие апостолы старых времен. Столько всего было. И помните, священник, когда входил в храм, где обитал Дух Божий, то привязывали к ноге веревку к нему с колокольчиком. И он когда входил, если он был недостоин или где-то согрешил в чем-то, он просто не выдерживал, его потом вытягивали за эту веревку, он был мертв. И когда Иисус Христос воскрес, то разорвалась занавеска. И этот же Дух, он пришел к нам. И он, где он начал обитать? В нас. Это очень важно. В нас начал обитать этот Дух. И у нас появились силы противостоять. Противостоять этой плоти. Противостоять искушениям. Но почему иногда мы делаем столько много ошибок? Очень просто. Когда мы начинаем отодвигать этот Дух и передвигать нашу плоть. Я своими силами, я такой хороший, я получил это. А я вот в церкви, я уже там старейшина, я имею право. А я вот добился того-то, того-то, того-то. И все заканчивается. Но когда ты по милости приходишь и понимаешь, мне досталось это по милости, незаслуженно. Я-то в принципе никто. И жизнь моя никакая. И мне Бог даровал вот это. Да я буду ценить, я буду лелеять, я буду ходить под этим, я буду существовать этим. И говорить, каждый день говорить спасибо, и тогда наполнится твоя жизнь вот этим ликованием, которое было у Давида, который не смотрел на людей и танцевал. Не, я танцевать не буду, я хочу, чтобы у меня остались еще друзья. И петь я тоже не буду. Но вот это ликование внутри происходит от того, что я знаю, что у меня есть. И когда я говорю о победителе, то эта победа произошла прежде всего на кресте, которая была перенесена к нам, когда Дух Святой сюда пришел. И когда мы уже не пленники нашего тела, нашего греха, наших каких-то греховных желаний, а когда мы руководствуемся Духом, и наш разум каждый день обновляется с помощью Божьего Духа. Аминь. Дух Божий свидетельствует вместе с вашим Духом о том, что мы дети Божьи. Повернитесь друг к другу, скажите, вы дитё Божье. И тебе скажите, я дитё Божье. Это очень важно. И может вы маленькие-маленькие, но за вами такой огромный отец. И у вас происходит много проблем в жизни иногда, болезни, какие-то трудности. Но не забывайте одно, там есть отец, и мы как дети можем приносить наши молитвы. Наследники Божьи и сонаследники Христу. Если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены. Как вам такое? Это воодушевляет или нет? Так вот, чем оказывается победа. В том, что сегодня не господствует во мне мое тело, а я господствую над ним. Мне понравилось, одну книжку я читал, и одно название уже меня ошарашило. Было оно, это христианка написала, она была пастором церкви, ее уже нету. И книжка называется так. «Не я господствую над едой», но в его жизни вот эта плоть религиозная, давайте вот религиозный момент, она господствовала над ним. И мне кажется, он думал, что он делает правильные дела. Вы помните, чем он занимался? У него были верительные письма, он искал христиан, он уничтожал их. Он делал много чего такого, ну, по его мнению, правильного. Но по-человеческому он занимался кровопролитием и убивал. Говорят, что он один из тех, который стоял, и не то, что стоял, а инициализировал смерть Стефана. То есть убивали другие люди, а он просто стоял рядышком и одобрительно говорил, молодцы, хорошо делаете. Вот. Вот так же и мы. Мы иногда можем так быть такими религиозными и не понимать, что мы делаем. Мы иногда можем наше начало могут быть не духовные, а плотские. И нам будет казаться, что мы делаем правильно. Но милость заключается Божья, что когда он шел по дороге, к нему пришел Христос. И не просто пришел. Вот заметьте, каким образом иногда приходит Бог. Нам же хочется, чтобы мягенько пришел, разъяснил. А тот пришел, говорит, ты что делаешь? И сказал, ну, немножко в темноте посиди.
И у него шторки опустились, он ослеп. И он искал человека, который бы помолился за него. То есть целый путь он прошел для того, чтобы хоть как-то понять, что есть Бог, что Он есть Отец. Не религиозным этим началом, не через плоть, но через откровение Божье, через Божью любовь. И его жизнь так преобразилась, что мы, дорогие мои, сидим здесь вместе благодаря через его жизнь. Потому что кто был потом? Павел, апостол язычников. И тот, кто, заметьте, тот, кто больше всего был религиозный, тот, который сетовал больше всего на законы иудейские, обрезания, он был еврей из евреев, и он был послан в самые языческие народы и язычникам проповедовал. Вот что удивительно. Вот это Божья милость и Божья любовь и преображение, которое Бог может сделать с вами. И мы должны знать, откуда мы пришли. Мы должны понимать, что мы сотворены Богом. И я всегда говорю, у каждого есть предназначение. У каждого. Нет людей, которые рождены просто так. Иногда мы вот сидим и думаем, вот я так рожден, прожить бы как-нибудь эту жизнь по-быстренькому, воссоединиться с Богом. Я сейчас говорю христианские моменты, не этого мира. Потому что иногда я так думаю, отмучиться это все быстрее. Это. Но я вам скажу, вы рождены не просто так. У вас, у каждого есть потенциал и задачи. У каждого. Бог задумал у каждого из вас какие-то моменты, которые вы должны исполнить здесь. Я дитё Божье. А если дитё Божье, значит, я что-то могу. Я пришел оттуда. Мой дух рожден от Бога. И поэтому мы такие. У нас есть Отец. И знание этого очень сильно отрезвляет. Знание этого очень сильно становит правильно наши мысли. Потому что если не так, тогда все тщетно. Тогда ничего не имеет смысла. Помните, как написано, ай, гуляй, душа, делай, что хочешь. Вы можете сказать, я владею своим телом. И у меня есть силы поработить все нехорошее в себе. Помните первое начало грехопадения, даже не грехопадения, а первое убийство страшное, которое произошло на земле. Перед тем, что сказал Бог? Грех лежит возле твоего дома. Ну, ошибка. Но ты владей этим. Владей своим телом, владей своими эмоциями. Давайте быть крепкими в духе. Давайте, чтобы наши молитвы, они преобразились. И преобразиться взаимоотношения, все преобразится. Давайте правильно относиться к Богу и к своей жизни. Понимать, что откуда мы пришли. Мы не какие-то существа, наделенные особым интеллектом. Мы наделены Божьим Духом. И именно поэтому мы дадим отчет за все наши действия. Вы это читали или нет? И именно поэтому. Ни собачка, ни ежик не дадут отчет о своей жизни, а мы дадим перед Богом, потому что это тот дар особо значимый, душа живая. И не важно, сколько у вас талантов там дано, у вас есть самое главное, это дар Бога, ваша жизнь. Давайте помолимся.